Это же! Хорошая штука. Это что? О, да тут еще один! Ребятки! Еще один! Это сейчас, смотрите, сколько! Это сейчас самый настоящий! Вот, ребятушки, почему я взял всего лишь за 1500 этот лот? Я взял и просто приехал сюда в 3 часа дня. Получается, я за сегодня заработал... Всем привет, ребятки, с вами Кирилл Егор Крид. И сегодня, ребятки, мы с вами будем зарабатывать деньги на государственном имуществе. Я с вами сегодня буду делиться деньгами. И если вам интересно, то я полностью могу рассказать, как это все происходит. Вот, кстати, как это называют, государственные лоты или государственные лиды. Вот перед вами один из них. Я его взял всего лишь, ребятки, за 1500 рублей. Вот дверь была, полностью ее открыл. Мне дали вот такой вот прикольный ключ, приколдесный. Вот такой вот. Бляха. Вот так сказали, откроешь, будешь красавчиком. И я такой... И все, ребятки, лотик мой открыт. И все, что находится прямо перед вами, это все мое, ребятки. Да, откройся, бляха. И сейчас я буду это все брать, то, что мне нужно. Вот это все, вот это что? Вот это всякие подушки, вот это все, это мне не надо нафиг. Вот я возьму вот эту штуку. Открою, естественно, вот эти все шкафчики. О, вот это мне надо. Это в гараж мне надо. Берем. Я не употребляю алкоголь и вам не советую, поэтому не надо мне это. О, это же та самая, блин, это шланг. Тот самый, который рекламируют в магазинах, в интернетах. В интернетах ваших. Это обе заберем, ребятки. Это фонарик. Ну, фиг знает, будет он работать или нет, поэтому оставлю тут. Потому что, ребят... Почему я взял именно этот лот, ребяточки, ребятушечки? Сейчас закроем дверьку, чтобы нас никто не видел. Никакой домовой, блин. Вот, ребятушки, почему я взял всего лишь за 1500 этот лот, ребятушки? Это самые настоящие санки, карусель, ребятки. Она полностью крута, полностью, видимо, новая. И это круто, ребята, потому что... Блин, чуть не просыпал. Палки-палки, ёкалы мэны бэрэсэты, блин. Она... Новое я смотрел, после того, как мне показали фотографию, я посмотрел, что новая вот такая стоит 3900 рублей. Даже если я ее продам за 2000, то я уже сегодня в плюсе на целых 500 рублей, ребят. Поэтому я могу просто сейчас взять ее и увезти домой и продать ее тут же. За сегодня у меня ее купят, ё-моё. Вот еще одна прикольная вещь. Это велосипед для детей. Ребятки, я буду кататься на велосипеде зимой. В велосипедике буду кататься. Вот, кстати, вторая колясочка. Но я фиг знает, я куда ее положу. Если у меня целая, вон еще одна коляска. И вот вторая, блин. Куда ее класть, я фиг его знаю. Я хочу пройти вот туда. Давайте как-нибудь вот здесь сначала порыскаем. Чем меня удивит этот лотик, ребятки? Подушками. И что я с ними делать буду? Так. Сделали. О, еще третья коляска, оказывается. Офигеть. У меня целых 3 коляски, ребят, можно детей заводить. Здесь, конечно же... Это за что, блин? Это какая-то ерунда, но мне может пригодиться, оставлю, заберу себе. Ребят, сразу, чтобы мне там не писали кучу народу, могу сразу сказать, что я просто взял это все в аренду. И это все можно вывести прямо сегодня. То есть я могу просто взять... И свою машину какую-то грузовую подогнать прямо вот здесь, вот тут, прямо на входе. И полностью это все разгрузить. Потому что это все государственное. Это им нафиг ничего не сдалось. Ребят, я вижу здесь вон что, смотрите. Это же, блин, диски, которые можно будет продать. Шедевры классической музыки в рок. Чего? Вы знаете такую группу, ребят? Если знаете, пишите в комменты. Я такую группу, конечно, не знаю. Ну и ладно. Мне это все не надо, но я это заберу к себе. Потому что я смогу это с легкостью продать где-нибудь на Авито. За нормальную такую сумму. Рублей за 200. Рамка.
которая мне тоже не нужна. Вы сейчас можете мне написать. Вот, допустим, вот эту штуку. Ой, как будто призраком, блин, ударил. В общем, вот эту штуку я могу, типа, мог забрать. Почему ты это не забрал, ребят? Да потому что, куда я это возьму? Я уже сегодня в плюсе, в хорошем плюсе. Получается, я за сегодня заработал 3400 рублей. С учетом того, что я взял этот лот всего лишь за 1500. Ребят, вы, если хотите так же, как я, то, ребят, ставьте лайки. Следующее видео запустим по поводу того, как я это все делал. С кем общаться, ребят. От кого брать ключи. Кому звонить. На мобильник. Вот так звонить. Оп. Я взял и просто приехал сюда в 3 часа дня. Можно, по сути... Было спать мне до 2 часов 59 минут. Вот я здесь еще хочу покопаться. Что тут такое у нас? Ребята, посмотрите, сколько здесь много вешалок для одежды. Вот это я, пожалуй, заберу. Это мне надо будет в гараж, наверное. Ну, вот это заберу. Классная штука. О, динамика, ребятки. Это мне надо деду. Вот это заберу. Забираю. Вообще хорошая штука. Это что, ребята? Ребята, сервисное обслуживание. Это же, ребятки, кассовый аппарат. Он мне не надо. Ребят. Ну, может, продастся. Ну, фиг знает, продастся, если вот с такой вот трещиной. О, да тут еще один. Ребятушки, ребятки. Еще один. Точно такой же, ребят. Миника. Миника 1102F, ребятки. Стоит он вот... Я сейчас покажу вот здесь, сколько он стоит, ребятки. И вот сколько я уже заработал на них даже. Я эту целую коробку возьму, ребятки. Это мне надо будет продать и все. О, ребята! Ребятки, вот еще смотрите, сколько. Это же самый настоящий кассовый аппарат, ребят. Его цена вот такая вот, ребятки. Блин, я заработал. Сколько уже сегодня денег? 400 миллиампер часов, ребятки. Да тут даже чековые листики есть, ребят. Попку потирать в туалетике. Да это мне надо. В общем. Это же настоящий самый кабель, ребят. Мне это надо. Вы только посмотрите, сколько здесь меди. Провод для интернатиков, для ваших этих... которыми вы пользуетесь. Ребятки, я это все забираю. Это что такое? Писаться на мой канал. Это мне нафиг не надо, потому что это не работает. Я уже проверил, смотрите. А зарядку такую я фиг достану где. Где я такую зарядку достану? Она вся вон, видите, ржавая, блин. К себе домой кайфовать. Вот еще, смотрите, еще нашел. Это же стул. Это же шезлонг, кстати, никакой стул. Смотрите, сколько тряпок. Ай, блин. Паук, блин, повесился. Короче, ребят, я сейчас забираю это все. И все, и валю отсюда, потому что больше здесь ценного ничего нет. Поэтому, ребятки, ставим на прекрасную кнопку подписка. Оформляем подписочку. А с вами был, как всегда, государственный маньяк. И всем удачи. Всем пока.